Вы знаете, что является причиной выпадения волос? Эксперты говорят, что выпадение волос связано с различными факторами, такими как стресс, беременность, менопауза, потеря веса и так далее. Но и другие причины могут ускорить этот процесс и способствовать потере волос. Стресс может вызвать гормональный дисбаланс и привести к чрезмерной потере волос. Мы представляем вам рецепт домашнего шампуня, который может помочь вам решить эту проблему. Первое, что вам нужно, это приобрести естественный шампунь с нейтральным водородным содержанием. Можете использовать обычный детский шампунь. Этот шампунь используется в качестве базового ингредиента. Также нам понадобится еще 3 ингредиента. Необходимо добавить эфирное масло розмарина. Оно идеально подходит для увеличения притока крови кожи головы, обеспечивая тем самым прочность волос. Кроме того, вам понадобится эфирное масло лимона. Оно освежает и является отличным антисептиком. И третье, что вам понадобится, 2 капли витамина Е, которые можно купить в аптеках. Витамин Е очень полезен при выпадении волос. Он остановит этот ужасный процесс. Итак, способ приготовления. Добавьте 10 капель эфирного масла розмарина и 10 капель лимонного масла в шампунь. Затем добавьте 2 капсулы витамина Е. Хорошо взболтайте перед использованием шампуня. Очень важно использовать этот домашний шампунь через день. Нанесите его на волосы и нежными массирующими движениями втирайте в кожу головы в течение нескольких минут. Оставьте действовать на 10 минут. Затем смойте теплой водой. Вы будете поражены результатами. Уже через несколько недель вы заметите, что ваши волосы начали расти и перестали выпадать. А на этом все. Ставьте лайк, если это видео было для вас полезным. И не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.